2021 году стены магаданских школ покинули 604 выпускника. Среди них есть 58 ребят, претендующих на получение аттестата с отличием и медали за особые успехи в учении. Особые достижения имеют 27 человек, стипендиатов мэрии города Магадан 20 и правительства Магаданской области 8 человек. В субботу на городском стадионе в режиме максимальных противоэпидемиологических ограничений прошел выпускной. На мероприятие пускали только вчерашних школьников. Счастья вам и успехов на вашем жизненном пути. Всего доброго! Главным событием вечера и приятным сюрпризом для молодых людей стало выступление модного молодого артиста Фагеля. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и ужесточение ограничений, главное для ребят, что выпускной состоялся. Магадан гордится своими выпускниками и ждет их возвращения домой после успешного окончания вузов в центральных регионах страны. Прямая линия с жителями Магадана прошла в мэрии города. Ее провел глава областного центра Юрий Гришан. Первый звонок поступил от жителя поселка Сокол. Мужчина спросил о том, как получить сертификат о пройденной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Чтобы решить проблему магаданца, глава города связался с руководителем медико-санитарной части авиамедицина в поселке Сокол. Давайте так, вот Валерий Рафаилович предлагает вам подойти в авиамедицину, это главный врач у вас там. Если вы сами не можете зайти в личный кабинет на госуслугах, он поможет вам зайти в личный кабинет, а так вообще выдают только справку о прививке, но не сертификат. На прямую линию обратились магаданцы с проблемой ремонта дорог. Жителям мешает участок бордюра, который ничем не присыпан. По словам обратившегося магаданца, пыль из разрытого участка летит в окна квартир. Ремонт тротуара временно приостановлен. Глава областного центра нашел решение этой проблемы. Мы ведем действительно ремонт на улице Наровчатова. И это сегодня, хоть и мы ездим, но это строительная площадка. И, к сожалению, там действительно очень много пыли, асфальта там нет, и водоканал разрытия сделал, мы поручим подрядной организации, чтобы они занимались там обеспыливанием и люди не испытывали на период ремонта, а он еще достаточно длинный будет, потому что улица где-то примерно полкилометра и тротуары справа-слева, с тем, чтобы не было вот этих вот неудобств на время. Мы ремонтируем, но не должны люди от этого страдать. Напомним, прямая линия проводится еженедельно в понедельник, среду и пятницу с 14 до 17 часов. С жителями по заранее определенному графику общаются руководители управлений и департаментов, заместители мэра и сам городоначальник. Телефон прямой линии 62 50 65. 1 июня детский сад комбинированного вида номер 58 закрылся на ремонт. Главной причиной стала лестница, ведущая в подвал, которая находилась в аварийном состоянии. Она была полностью разрушена, поэтому сотрудники не могли ей пользоваться. А когда приезжает машина с продуктами, вся консервация и овощи должны храниться именно в подвальном помещении пищеблока. Поэтому было принято решение заключить два договора на выполнение наружных работ здания с подрядными организациями. Первый договор заключен на ремонт входа в подвал. На него выделено почти 1,5 миллиона рублей. Сейчас уже выполнен демонтаж железнобетонных конструкций, монтаж лестницы и стен при входе. И второй договор – это замена всех оконных блоков на сумму чуть более 5 миллионов рублей. По оконным блокам у нас произведено демонтаж и вставлены на третьем этаже все окна. На первом этаже у нас только 6 оконных блоков вставлено. Сейчас демонтируются остальные. Работы идут по плану, нареканий к подрядчикам у нас нет. Первый этаж будет сдан недели через две. Как обещают подрядчики, уже 31 августа все работы будут закончены, и дети снова смогут посещать детский сад. Но ненадолго, потому что уже в 2022 году по программе «Столица» здесь будет проводиться ремонт межпанельных швов и полная замена фасада. В 13-й гимназии Магадана идет строительство спортивной площадки. На ней специалисты разместят баскетбольную и волейбольную зоны. Здесь же ученики будут сдавать нормы ГТО. Объектом занимается компания «Мастер Файбер Колыма». Установку спортивной площадки начали около 5 дней назад. Ежедневно на объекте задействовано от 5 до 7 человек. По словам мастера, бригада работает практически без выходных. Все идет у нас по плану. Объект планируем сдать вовремя. Качество гарантировано. То есть сейчас проводятся работы по установке ограждения для того, чтобы мяч не улетал за пределы баскетбольной, волейбольной площадки.
То есть в дальнейшем планируем укладку, также укладку продолжать резинового покрытия на этой площадке. Ну и, собственно, будем заканчивать объект. Устанавливать спортивную зону в 13-й гимназии строители планируют около 5 дней. По словам специалистов, это уже третий объект за этот год. Компания ООО «Мастерфайбр Колыма» работает по Магадану и в области. В этом году специалисты планируют завершить еще около 4 объектов. В Магадане спустя многие десятилетия возобновилось строительство многих социальных объектов. Некоторые из них подрядчикам необходимо закончить в этом году. И сегодня мэр города Юрий Гришан посетил 4 таких объекта, чтобы лично проверить, на каком этапе они находятся и есть ли какие-то проблемы, способные помешать успешной сдаче в срок. Самым масштабным проектом по благоустройству, который посетил градоначальник, является парк Дюкча в устье реки Дукчи. Подрядчик, компания «Комтранс», очень активно работает по подготовке, ну, начала уже благостроительных работ и нарезки пространств, которые здесь есть. Я думаю, что через неделю уже будет вертикальная планировка закончена. Они подвозят бордюр, начнется разбивочный план, начнутся уже озеленительные работы. Далее они заказывают все малые формы, строения, качели, этнические всякие предметы, быта здесь и так далее. Ну, задачу мы ставим такую, что чтобы они до конца года объект сделали. По словам главы города, губернатор Сергей Носов также финансово помогает строительству будущего парка Дюкча. Следующим местом, которое посетил мэр города, была улица Кожзаводская. Здесь на протяжении 10 лет люди, живущие в этом районе, обращались к администрации города с просьбой отремонтировать дорогу, потому что она находилась в очень плохом состоянии. К слову, это один из самых больших частных секторов в Магадане. И здесь живут много детей, которым нужно добираться в школу на автобусе. Но из-за плохого качества дороги транспорт просто не мог проехать и обеспечить полную безопасность. В этом году мы изыскали возможности все-таки решить эту старую такую проблему и сделать эту часть города, в том числе благоустроенной, с нормальными подъездными путями. Кстати говоря, вот там внизу стоит мост пешеходный, до него всего 450 метров, и когда-то там был автомобильный мост, который связывал веселую, новую, старую, ну, с этим Магаданским шоссе через улицу Пригородную. Я думаю, что доживем мы до тех времен, что пешеходный мост будет отдельно, а автомобильный все-таки будет отдельно. Более того, парк «Маяк», который сдали еще в 2019 году, был только частью большого проекта. И после визита в Магадан премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году, город получил дополнительные средства на благоустройство заброшенной части рядом с парком. Здесь планируют построить большую автопарковку, смотровую и спортивную площадку, а также аллеи, где можно будет пройтись и насладиться прекрасными пейзажами. Задача поставлена, у нас нет другого пути, как сдать в октябре месяце и вторую очередь парка «Маяк», и дальше мы ждем третью, это соединение второй очереди парка «Маяк» с пирсом, с видовой площадкой, и далее строительство центра «Премьер». И вообще вся эта территория станет визитной карточкой города Магадана. Конечно, нельзя было пропустить большие дорожные работы по улице Якутская. Эта улица является одной из самых напряженных, потому что из-за морского рыбного порта и нефтебазы Сморчеканского шоссе идет большой поток транспорта. И, к сожалению, дорога была полностью разбита, поэтому простой ямочный ремонт не исправил бы ситуацию в лучшую сторону. Но благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан план по ремонту этого участка. Цена контракта составила около 35 миллионов рублей, а подрядная организация, которая давно работает на федеральной дороге, но впервые вышла на город, уже показала себя с хорошей стороны. Они все выполняют, четко следуя плану, и совсем не отстают от графика. Все синхронизировано с Магадан-теплосетью, потому что мы по дорогам, которые строим, даже с опережением делаем ремонт сетей, с тем, чтобы потом разлитий никаких не было. Вот Магадан-теплосеть, подрядчик «Тепломонтаж» тоже в графике работает. 15 июля будет сдана эта сеть, и уже тогда не только тротуары, но и дорогу будет тенькинская компания дорожная асфальтировать, и в срок будет сдан этот объект. В этом я не сомневаюсь, здесь идет все хорошо.